В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в митинге, посвященном открытию после реставрации памятника погибшим воинам-защитникам Москвы. Митинг состоялся на территории братского захоронения в поселке санатория имени Герцена в Никольском. В ходе работ монумент преобразился, а под слоями краски была обнаружена мраморная табличка с надписью «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».